На данный момент более 3 миллионов насосов Альфа-2 производства компании Grundfos помогают людям во всем мире экономить электроэнергию. Сегодня мы рады представить новое поколение насосов Альфа-2 для частных домов и других небольших зданий. Новый Альфа-2 является самым энергоэффективным насосом в своем классе, имея показатель эффективности потребления энергии 0,15, что превосходит уровень стандарта EUP на 25%. Фактически новый Альфа-2 может использовать лишь 3 Вт в режиме постоянной частоты вращения и 4 Вт в режиме Auto-Adapt, потребляя до 87% меньше электроэнергии по сравнению с большинством установленных на сегодняшний день насосов. Компактная конструкция нового насоса Альфа-2 облегчает монтаж в стесненном рабочем пространстве, измененный дизайн штекера обеспечивает быстрое подключение без использования инструментов, а изоляционный кожух входит в комплект насоса. Альфа-2 имеет заводскую установку на работу в энергосберегающем режиме Auto-Adapt, который также позволяет экономить время. Насос нового поколения имеет встроенный расходомер для упрощения балансирования и диагностики системы. И в дополнение ко всему, новый Альфа-2 может работать при температуре жидкости до 2 градусов Цельсия и в среде, образующей конденсат, что делает изделие отличным выбором для охлаждения. А новый Альфа-2N из нержавеющей стали был специально создан для использования в требовательных отопительных системах и системах рециркуляции горячей воды. Хотя технология, используемая в Альфа-2, является новый насос создан на основе 65-летнего опыта и обеспечивает надежную работу и долгие годы комфорта, ожидаемые от продуктов компании Grundfos.